وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا الله. Дорогие братья и сестры, хотели сделать такое небольшое напоминание про праздник Курбан-Байрам, Ид-ил-Адха. Жертвоприношение в него является сунна от двух посланников, от Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Хабиб ар-Рахман, у Ибрахима, алейхиссалям, Халил ар-Рахман. Ибрахим, алейхиссалям, Аллах Азза ва Джалля сказал про его сына Исмаиль: «Офадайнаху бидзибхин азим». А Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, очень много хадис, то что он никогда не пропустил Курбан-Байрам, жертвоприношение в него, чтобы он не сделал. Есть хадис от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман кана лаху са'а, валам юдахи, фала якурибанна мусаллана». У кого есть возможность и не делает, чтобы он сделал удхия, и не делает, пусть не приходит в наши молельни, в место, где мы читаем намаз. Это хадис Сахаха аль-Албани. Есть другие хадисы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Иза раэйтум хилал зиль-хиджа, ва арада ахадукум ай юдахи, фаль юмсик ан шаарихи ва азфарихи». Раваху Абу Дауд ва Муслим ва Насаи. И другой хадис. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ман кана лаху зибхун, فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّي». Третий хадис, он добавил слово «вабашарихи». Здесь, если кто-то из вас дожил и увидел начало месяца Зульхиджа, и у него есть удхия, или он захотел делать удхия, пусть не трогает ногти и не трогает ни усы, ни борода. И еще в третий хадис, который я сказал, башарихи – это подмышечная зона или область, и баховая зона или область тоже пусть не трогает в этот 10 дня. Некоторые из ученых сказали, кто специально стережет ногти или трогает там волос в этот 10 дня, факад аса Аллаху Расулю, он является, попал в грех и запрет перед Аллахом и посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Вал-удхия муджзия. Но его удхия, она принята перед Аллаха Азза ва Джалл и перед посланником Аллаха Салла Алейхи ва Саллям, если у него в это есть искренность. Аллах Азза ва Джалл в Коране говорит про удхия, хикмату удхия, суд удхия, для чего она есть. «Ля янал Аллаха лихумуха, вала димауха, валяки яналуху таква минкум». Удхия, Аллаха не нужна ваше мясо из этого удхия, и кровь этот удхия, это не надо для Аллаха Азза ва Джалл, но для Аллаха Азза ва Джалл надо богобоязненность от вас, чтобы он видел реальную искренность и богобоязненность в этот удхия. Здесь есть ая, также Аллах Азза ва Джалл говорит в Коране: «Бааду аузу биллахи мина шайтана ар-раджим, куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лиллахи раббил аламина, ла шарика лаху, ва бидзалика умирту, ва ана аввалюль муслимин». «Скажи, Мухаммад, поистине мои намаз и нусук, все мои обряд, которые выходят в них удхия и хаджи и так далее, махьяя и жизни, мамати и смерть, только принадлежит Аллаху Азза ва Джалл, Господь всех миров, ла шарика лаху, нету сотоварищем с Аллаха Азза ва Джалл, ва бидзалика умирту, и для меня есть приказ от Аллаха Азза ва Джалл, на таухидум, на искренность, на ихлас для Аллаха Азза ва Джалл, во все амаль, ва ана аввалюль муслимин, и я первый из числа мусульманин». Это Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщит нас. Удхия – очень важное поклонение в религии ислам. Некоторых из ученых, которые сказали, является фард, а некоторых из ученых, джумхур аль-улама, сказали, то, что она сунна, муаккада, обязательная сунна от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И для каждой есть свои доказательства в этот вопрос. Аль-удхия – мимма такун. От чего это мы делаем удхия? Какие виды животных, жертвоприношения какие? Бахиматуль анам. Бахиматуль анам, как ученые сказали, это агнам, это баран или овца. Вальмаиз, это козел или коза. Вальбакар, корова или теленок. Валь-ибель, это верблюд или верблюдица. Это и того, все подходят, но и для каждой есть условия по возрасту. Не просто так нашел баран,
или овца взял, зарезал, или нашел, допустим, козел или корову взял. Нет, для этого есть условия, и обязательно надо быть внимательным для этого. Потому что человека, он может делать удхия, и она не принимается у него. Даже если все условия соответствуют, если у него нет богобоязненности, искренности, Аллаха Аззаваджалли в этот вопрос не принимается. А если есть искренность и богобоязненность, но он не знает, у него нет фикх аль-адахи, фикх, понимания и знания в этот вопрос, то она тоже не принимается. Поэтому надо быть аккуратным в этот вопрос. Искренность мы просим у Аллаха Аззаваджалли, чтобы он даровал каждый из нас. А условия мы можем в этот вопрос стараться и знать, и набирать знания. Для этого мы снимаем видео на сегодняшний день. Аль-агнам – это баран или овца, возраст должен быть не меньше 6 месяцев. То есть 6 месяцев и выше. Аль-маиз – коза или козел – это должно быть у них возраст, он должен быть подходящий возраст год и больше, не меньше. Аль-бакар – корова или теленок – 2 годовала и больше, не меньше. Аль-ибель – верблюд – 5 лет и больше, не меньше в этот вопрос. Еще есть условия в удхия. Какие-то недостатки бывают в удхия, которые нельзя купить и нельзя делать жертвоприношения из них. Это является не удхия. Хадис посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит «Ля яджузу мин ад-дахая». И в другой хадис говорит «Арбаун ля туджзи фил адахи». То есть является запрещенный из удхия или 4 вида из удхия недостаточно для удхия. И сказал, начал посланник Аллаха саллям описывать для нас качества, какие в этот удхия. Говорит, аль-аурау аль-байину аваруха. Аль-аурау аль-байину аваруха. Который глаз нету, или одна глаз, или вообще слепая. Если меньше, то это нету проблемы. Допустим, если чуть-чуть глаза болеют, или что-то, нету проблем. А если больше, то с аура это одноглазный. А если оба глаза нету, или она вообще не видит, то это само собой это не подходит. Аль-аурау аль-байину аваруха. Беруй. Вторая – «Аль-арджау аль-байину араджуха». «Аль-арджа» – это который хромает. И если вообще без ноги, то это само собой не подходит. И «Аль-марида аль-байину марадуха» – «Больная», которая есть болезнь, какой-то определенный болезнь. «Аль-байину» везде повторяется в этот 4 условия или в 3 условия. Повторяется, потому что «байин» – это явно, ты видишь. Не обязательно здесь делать анализ или УЗИ, чтобы смотреть. То есть это все явно «байину». Аль-байину марадуха, больная, которую ты видишь, то, что она больная, не подходит для этого. И в конце посланник Аллаха саллям говорит, «Валь-джафау аль-лати ла тунки, лати ла тунки, аль-хазила». То есть это слабый, худая, который в нем нету мяса, одни кости, как говорим, поэтому тоже не подходит. Вот что мне сказали, вот это 4, допустим, если ухо там оторвано немножко или там что-то там, есть тоже, вот что мне сказали, бывает курдушный баран, а бывает, который есть хост просто у баранов. Если хост, он не кушает его, даже если его нету, нету проблемы, а если курдушный, который кушает, то в этот вопрос есть и проблема. И так далее, братья мои. И субханаллах, для условия, также продолжаем в этот условие аль-забиха, то есть жертвоприношение. Посланник Аллаха, какие жертвоприношения он сделал, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в самый известный хадис в Аль-Бухари и Муслим, и хадисов также отдельно в Аль-Бухари, «Дахха Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, бикабшайни, амляхайни, аккуранайни, забахахума биядихи, васамма, вакаббара, вавадаа кадамаху, аля сифахихима». Это в Аль-Бухари и Муслим. А в Аль-Бухари отдельно, сифахихима до того забаха. То есть что такое? Посланник Аллаха саллям сделал жертвоприношение 2 барана. Кабшайн, 2 барана. Не овца, а бараны именно. Амляхайни. Амляхайни это черный с белым. Но большинство белый у них цвет, но черный есть. И ученые говорят, некоторые говорят, что совсем они белые были. И акранайни, рогатые они были. Забахахума биядихи, саллаллаху алейхи вассалям, ядихи шарифа. Посланник Аллаха саллям с его рукой он зарезал вот этот 2 баран. «Васамма вакаббара». В время, когда он зарезал, «самма вакаббара». Что нам надо сказать, когда мы резем жертвоприношение? Надо сказать «бисмиллях валлаху акбар». «Бисмиллях валлаху акбар». Это самое важное. Дальше можно добавить после «бисмиллях аллаху акбар». «Аллахумма хаза минка валяк». «О Аллаха, это от тебя, ты меня даровал этот риск, на чем я купил этот баран». Валяк, и для тебя, только лишь ради лик Аллаха, азза ва джаль, в пути Аллаха. Дальше можем добавлять, Аллахумма хаза анни, ва ан ахли байти. О Аллах, это от меня и моя семья. Или Аллахумма такаббаль минни, ва мин ахли. О Аллах, прими от меня и от моя семья. Или, о Аллах, это от
такого человека и такие его семья может начислять сколько человека. Какие семья должны у человека? Он должен обеспечивать в курбан. В курбан человека, на кого он обеспечивает, братья? Допустим, под него есть жена и трое или четверо или двое детей. Вот за них достаточно один баран. А если там семья есть, и там отец, и мать, и там и брат, и женат, и еще там с семьей, один баран. Нет, недостаточно. Для каждого из них должен быть один курбан. Минимум баран. Максимум, что человек может делать, это корова. То есть там в корова, сколько доля в корова отличается от баран или коза или козел, в нее есть 7 долей. То есть 7 человек, они могут участвовать и купить корова, и резать ее, и делить ее на 7 частей, и каждый для него достаточно, как одну удухия, как один баран или одну коза. И также вырублет, также на 7 человек. А если человек, у него есть возможность, он хочет делать корова, то 7 баранов один, это достаточно. А это еще лучше, это в пути Аллаха Аз-Джаль. Если человек, у него есть возможность, хочет делать 2 барана, 3 барана, 5 баран, нет проблемы, он делает, и Аллах Аз-Джаль определил этот вопрос, он говорит, кушайте из него, кулю минха, ватиму, и кушайте минха, кормите определенные людей, нуждающих людей, и как подарок в качестве садака. То есть кушайте и кормите. То есть поэтому ученые сказали, на 3 части делится курбан байрам или жертвоприношение, делится на 3 части. И субханаллах, в этот вопрос и в каждый вопрос в поклонении у мусульманин должен быть, и в верующих должен быть искренность. Даже Ибн Аль-Кайм, рахматуллахи алейхи, говорит, того человека, который делает курбан, и у него нету искренности в этот курбан, нету ихлас в этот курбан, как тот человек, который направился в пути на лошадь или осел, и у него есть чехлы с собой, он взял нож, и в этот нож он таскал с тобой песок, он и направляется в пустыню. И для чего там нужен песок? Он должен был взять с собой еда и вода, и взять что-то покушать и так далее. Он просто таскал с собой песок. То есть он просто все это хаба ан манфура. Это еще и как будто он ничего не сделал. И субханаллах, есть еще разница такая между... У нас был тоже там урок, небольшое напоминание, садакат аль-фитр, ау закат аль-фитр. И есть условия для удхия. Садакат аль-фитр, как мы сказали, это в месяц Рамадан, Ид аль-фитр, ураза байрам. Там сам условие есть, условие то, что садакат аль-фитр до молитвы, праздничной молитвы, то Ид, салат аль-Ид, то есть до нее это является закат аль-фитр, а после нее это просто является садака. А здесь наоборот, до курбан байрам, до намаз Ид, это является также садака. А после курбан байрам, после Ид намаз, это является удхия, макбуля ангу. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал именно делает после намаз Ид. И Аллах, азза ва джалля, говорит в сурат Аль-Каусар, «Инна атайнака Аль-Каусар, фасалли», беру очередь, читай намаз Ид. «Ли раббика ванхар», читай, молись, читай намаз для твой Господ, ванхар, и затем сразу делай жертвоприношение. И тоже есть здесь вопрос тоже по фикх, то, что намаз Ид, Ид аль-фитр, отличается немножко от Ид аль-адха в чем? То, что люди должны притянуть намаз Ид, то есть не сразу, там, после фаджр и шурух сразу начинает намаз Ид. Нет, люди чуть-чуть должны притягивать намаз, чтобы человек, который не успел вытащить закат аль-фитр, чтобы у него было время до намаз Ид, это делает. А в курбан байрам наоборот, люди должны читать намаз фаджр и в мечеть находиться, до шурух, после шурух сразу можно читать хутбат Ид, намаз Ид, и сразу выходить дома, чтобы зарезать свой курбан байрам, жертвоприношение. И в Аллахе в этот вопрос есть искренность. И люди также, которые занимаются сами облегчить для верующих в жертвоприношении, они тоже должны иметь, субханаллах, искренность в этот вопрос. Они не должны зарабатывать, они не должны затрудняться на верующих, на мусульманин. Наоборот, они должны облегчать это все это вопрос для людей. А есть еще вопрос, братья, есть в удхия, который я сказал в начале, просто перевод не сделал, то есть того человека, который собирается делает удхия из начала месяца, зульхиджа, он не должен трогать ногти, еще раз хочу возвращаться к этому вопросу, он не должен трогать уси, борода, он не должен трогать волос, он не должен трогать подмышечную область или баховую область, он не должен трогать это, потому что уподобляют люди, которые есть на хадж, есть много амалов в этот 10 дня, иншаллах будем говорить о них в другом видео, просто
просим у Аллаха Азза ва Джалля, чтобы Он даровал нам болезни знания, иншаллах, в этот вопрос. Просим у Аллаха Азза ва Джалля, чтобы Он принял от нас и от вас, от всех верующих, иншаллах, и дал нам возможность жить до жертвоприношения, до этот курбан, и принял от нас, барак Аллаху фикум, джазакум Аллаху хайран, ахсан Аллаху иляйкум.